Е-246. Это ПВП, а он РБК гер отбой. Олюшка, ты выбил 4-4? Я следующий по консулу встаю, на следующем КД будет. Просто гудлик на фанат. А гудлик выбил, да? Нет. Не, он только тобой хвастается каждый рейд. Исполин, а ну-ка, смотри гудлика по-братски. У меня ничего нету. Я только токен за 2 месяца. А ты и контёр себе не, так и не дал. Что... Контёр не нужен. Контёр дерьмо. Понятно. А чё никто в каражан не ходит? Кондёр не нужен с 4-4, потому что он ротацию ломает. Я уже, блядь, ну, видишь, сейчас 4-4. Гарик, ты про ноду, который с Ануба идём? Не-не, Резали. А меня что-то он даже не отвечает. Резали, а вот... это кто, Дру, что ли? Это я без понятия. Да, друид какой-то. Мне надо ебучий посох с этого. Гильдия Тамуров Сендей. Сука, гудлик, выбьешь посох, не трогай его, сразу мне отправляй на почту. Я уже выбил гудлик. Это, гудлик, хоть раз посмотри проки свои трини с Везекса, потому что ее фиксанули недавно. Вспышки? Да, ух. Ее фиксанули, она за сколько? Мы били лям и кен, и она прокнула 3 раза. И так вот 4 раза тестили, 3 раза прок ты трини на лям. А сколько по времени бил? Минут 4, наверное. Ну, это нормально. Значит, ты лям за 4 минуты бил? Да, мы больше ляма били. Ну, типа... Че так долго? Лям, типа, лям, это, лям, ты чё, это лям, очень долго? Лям 500 лям. Блядь, ну он бафом без всякой херни, просто, блядь, херня. Ну, я понимаю, да, понимаю. Я Хантон меньше за 3 пью. Меньше 3 пью. У тебя 4 я минуту бью, блядь, лям. Не реже, чем раз 45 секунд. То есть, считай, у тебя 45 секунд. Смотри, не реже, чем 45 секунд. Да, да, Павел, я вижу. Прок рандомный. Он типа, если ты посмотришь, он вспышка с пула не прокает. Ну, есть. Иногда бывает. Ну, иногда, он не прокает. Так ее не на что. Раз, а теперь смотри, раз 45 секунд, плюс еще, типа, процент какой-то, что она прокнет. Ну-ну. И в итоге это такой рандом ебучий, что кондер или та же самая сестрокрылый трени сейчас спишь же будет намного. Кондер нет. Кондер, да. Я от кондера отказался, потому что я получаю постоянные 120 крита от небесной вспышки, которые mm-hmm. на сове, как минимум. На сове, а он на локе. А, на локе, тогда да, не спорю. На локе, да. Я тебе говорю, гудлик, типа мы протестили все уже. Знаю, блядь, Немо бегает с такими пинки, с такими же бегами. А вот этот линий ты типа 4-4 все лутаешь, ты кондер выкидываешь сразу, и вот там уже свистопляска пойдет с тринями. Типа одну трини с Толгорода ты оставляешь, она супер имбовая, а вот все остальное уже под вопрос. Блять, я думаю, что знакомый голос какой-то. Полюшка. Гудлик. Что за камень в посохе? Гудлик. Наконец-таки я этот. Кир подлатывает. Какой камень? Кипятиво. Чалка такая? 9 сил из-за чего. Это соответствие цветов. Это не камень. Не-не-не, мне знаешь, что больше приколов? Подожди, где твои гессониты? Погоди, Гудлик, какой камень? Гудлик, какой 69 сил заклинаний? Ты чего, блять? Ну я же тебе говорю, выбью, блядь, пушку поменяю, я не буду на это дерьмо ставить чарку нормально. Гудлик, я тебе сейчас кикну, блин, ну ты что это такое? Ой, гудлик, лети за сокетом. 10к не дашь, так, все пиздец. Каким тебе сокетом? Оранжевым. Где ты, блядь, видишь оранжевый сокет? Я не понимаю, про что ты говоришь. У тебя в посохе. Это не камень, это соответствие цветов. Это багается. Тут два сокета, а не 3. А есть такая тема, есть. Но то, что там ЛК камень стоит на СПД меткость, это, конечно, да, блядь. Ну, у меня не такая меткость. Это, конечно, да. Сокета должно быть. Слушай, Влад, что-то никто уже не собирается. Да вот вообще. Я не могу найти, я все пишу и пишу. Ну, типа, слышь, Дон, у нас тоже сейчас ни копалов, ни игрушек нету, блядь. Все на РТ даже сегодня недобор был, на Ануба допронос, блядь. А все, блядь, хэпал мой теперь, блядь, котируется высоко, нахуй. Эрдру пора расчехлять, да? Мне кажется, тоже надо эрдру делать. Третий спектр. Да нет, ты да, сегодня... Да нет, в кильде-то у нас куча эрдрушек.
Да не, вообще так, на всякий случай. А там так, где да, у нас полезный спектр. Идеальный топ эрдру, потом кто? Лакрима. Лакрима. Потом Карась, потом кто еще? Всю. Все. Три эрдрушки. А Кару, Кару, у него был эрдру? Кару есть эрдру, да. А, ну вот, это четвертый. А хэпалов сколько? Карнис топ хэпал. И спеллбаунд. И спеллбаунд. И у меня еще хэпал есть. И у меня хэпал. И у Бёрна еще есть. И у него еще есть. Да, и у Банана еще есть. И у меня есть. Да, пацаны, проведите в Каражан, я сделаю вам и хэпала, и пэпала. Дайте в Каражан сходить, пожалуйста. Почему я собираю Каражан, никто не идет. Вообще ни одного человека. Как я тебя понимаю? Озиханта, я ну, сегодня, чтобы Озихант пошел туда, мы с ним РБК закрывать пошли просто. Сука, РБК ебаный. Да. РБК сил. Я один день пофармил РБК и чуть блядь, не умер, нахуй. Вот я так же. Но туда надо идти пачкой заряженной чисто. Знаем мы, как ты РБК фан. Гудлика, блин, позвал, он говорит, да не, нахер надо, блин. Я туда не пойду. Его Гудлик вагон просто, реально. Меня опять не слышно, да? Слышно. А, нормально. Полюшка, ты знаешь, что Гудлик это твой фанат? Он каждый рейд о тебе говорит. Какой у тебя твой РБК? Такие пиздоболы. Вернулся. Че, все, пришло время? Настал да. Тот час. А? Именно рыбу час, ставлю, да? Рыба возле меня. Ебать, я заебался бегать туда-сюда. Присутствие. Так, хватает, да, на все. Кто шарит за тени от бомб летающие? Нас. А, там вафля такая летит. Есть, ну, типа, тени, типа, у кого есть, вот на этой стороне, где освещены, типа, точечки будут теневые такие лететь к вам. Это надо на настройках тени включить, да? Ну да. Ну, у кого комп нормальный, нормально можно смотреть. Блин, это же вроде бы ЛК. Но не проверяют. Это Сирус просто, это просто Сирус. Там просто, блин. Если ты в луже стоишь, стаки получаешь, стаки наловишь и сдохнешь, нахуй. Ну да. А если заранее бежать от бомбы и смотреть на тень, то можно стаки вообще не получать. Ну хилам проще будет. Нужно тени на фул вставить или одной единички хватит? Слушай, я хуй знает. Ну точку я, увидишь. Типа, вот на освещенной стороне будешь стоять, точку увидишь, типа. А, ну вот, да, я поставил тень, у меня тут половина темной. Половина света. Да, вот я и здесь вижу свой тень. Слушай, а у нас стены дыма стоят? Нам нужен источник маны и тому подобное? Они вроде не стакаются. Чё мы, пацаны, вопрос на засыпку. Когда мы начинать будем, блядь? Так. Все всё забафали? Вроде да. И этот, свичимся сразу же в этих в кобальтов. Если. А они что, мешают сильно? Конечно, конечно, мешают. Нет, просто, например, вот на мне был кобальт, я подбежал в мили, я бить вообще не мог. Боёк, можешь стоять костян прямо в центр? Что вот там. Остановитесь на вот эту вот серую херню, которая коричневая, даже не черная, а серая. Спасибо. То есть я начал кастить, и произошло то, что... Да это сбивается в 20 ярдах. Просто. Нет, я... Меня кобальт сбил. Так. Я тут стоять буду. А, и по поводу тотемов еще на эту херню. На второго босса. Бля, давайте уже, блядь. Я уже хочу... На втором боссе нам нужно будет сразу свечиться его. Мультидотать кто может. Рассредотачиваться. И Ванёк, это... ко мне, Ванёк. Давайте камни поставлю. Угу. В смысле потом? На лету думать в героике нельзя, нужно заранее обговаривать. Так, конечно. Блин, это как делать ФК на незнакомом контенте. На лету обговаривать тактику, серьезно? Фейс, просто рассказывай, типа, все нормально. Неведомо про босса, это да, обговаривается после вайпа. Вот тут же все, более-менее. Молчу. Потому что на червях, если у вас будет огненная, вам нужно будет отходить от кого-то. Какой рейндж на червях? 12 ярдов?
Угу. А тут? 20, тоже, да? Босс. Рейндж 20. У огня, 20. У огня радиус больше чуть-чуть, чем показано. Так, когда червь появляется, этот второй был сразу даем. Кто может мультидотать, то становитесь между ними. Ну, на расстоянии. Кто не может, тогда с той стороны становитесь. Потом его убьете. Так, я тут стою, сижу. Добро пожаловать, герой. Все, я запускаю. Вы услышали призыв серебряного... А на третьем будем вон тут левый щит орденский, ближе к щиту, который... Там уже по ситуации. Лужа может быть еще. Ну, там просто не врезается. Кто-нибудь может на первом бой сказать добить? Или нет возможности? Нет. Там как-то он вообще криво уходит. Сейчас он качать начнет. На третьем боссе становится под щит орды, чтобы всех в одну сторону откидывал. Да. Вон там, где еще портал, пока к щиту. Петя. Я подгадал. О каком там слове конкретно говорит? Подводи в центр, а не там. Его бить нужно в центре. Из огня. Ну, блядь. Вообще много, блядь. Из огня появляется моб. Хант. Хант. Вижу. Бить его. На мне. Не сбрасывается глыбы. Хант. Шам. Блять, не без на шаме. Бейте. Дота по 1200 бьет. Уже стакает. Но стакается. Давайте боб любой поводим. Даю. А я дал, да. Ребят, это не серьезно. Это не серьезно. Нужно поднимать, Ванька. Поднимаю его, да. Моб. Сильно мешает моб? Да уже последний. Добиваем босса. Мешает, наверное, тебе. Надо забафать будет. Блять, мы еще столько не ставили. Между боссами можно. Раньше не забываем. Забафать ока. Уже. Столик. 5, 4, 3, ни у кого, это 2, не тот босс. 1. Не наш. Бел. Забери босса. Кто мультидотать может, тот становитесь ближе к этому. Остальные левее. Пашок, можешь немножко левее стать? Да, все. Все. Отлично. Сальву, Паша. Бля, сейчас. Надза. Дмауска. Да, дал. Далеко боёк. Блядь, не разморозил. Блядь, бы. Этот, фейс, аг. Я расколом свою скину. Я скину. Блядь. Казанова, огромного времени. Где огонь? 20 секунд того. Все. Не влетаете, если это, этого бьем, этого бьем. Теперь у него ходит. Этот. Заново надо огром набирать. 10 секунд на пол. Вы твари, блядь. Только смотрите там, куда смотрит это дышащее. Понятно, с тобой близко стоим.
Он же... То есть вот четко. Лужи. Быстрее. Я выбегаю. Немного осветуйтесь. Скоро плевать будет. Бля, как же неудобно хантом тренировать. Плюет. За отзад отойдите. Все, добиваем этого и бьем. Сразу. На пулю сейчас. Рэндж. 15 отойдет за. Так, вот, сейчас заново агро. После того, как выкопается на середине вот этой хуйни, будет белый выходить. Сюда смещайтесь уже ближе к щиту. Что там между кастами? Нормально? За меньше половины. А, нормально, нормально. Кто, вы периодически смещайтесь. Все так щиту. Ближе к щиту. Между кастами подходите. Выходит босс. Вышел босс. Нужен... Ой, это вот это. Дебафки. 4 секунды на поле босса. Ну, босс еще один нужен. Добиваем этого. На поле сейчас большого. Один паладин, включите фрост, другой огненный. Капала, сбьем этого. Какашку разочек кильните. Разброс сейчас откинет к стене. Бля, нам бы добить его эту байку. 300 кау, чё. Я бабл дал, я был специально там делом. Немного не успеваю. На жабодали. А, нет. Пизда. Пизда нам. Ну, вот мы это, так сказать, чином. Этому не нужно было спешить. Next time. Поздравляю. Там, когда Боб дали, что, как он называется? О, сильно поставь столик, пожалуйста. Рыба стоит. Сразу было далеко, я когда начал подбегать, мне надо было еще каз сдать. Поэтому чуть попозже, да. Столик буквально стоит. Секунду. Надеюсь, у всех все масло есть. Угу. Я на третьей фазе поставлю на себя, на третьем боссе, метку, чтобы я смог бить босса, короче. Просто кто-то может бить, ну, из кастеров, там, в каком-то таком... Смотрите, на червях. Повторяю, на червях. Кто может бить мультидоты, становитесь между червями. Те, кто может бить только одного, становитесь со стороны. Ну, тогда просьба, надо чуть-чуть ближе подвести кислотный, вот, с пула. Потому что мы потеряли ДПС из-за того, что замораживались люди много, из-за того, что стояли вместе. Да я тебе говорю про двух червей, что один червяк, вот огненный, пиздец, как далеко от кислотного. Я мультидотать, например, не могу, мне туда-сюда бегать надо, блядь, чтобы мультидотать. Ну, так тебе нужно было бить одного только. Это я тебе... Он сначала лужу разливает, потом только можно подводить. И после лужи он еще сначала блюет. Каски нет. Да, каску он. Да, все. А можно моего бесика тоже это забафать? Да, моего тоже можно. Кулаком, каской. Ой, чё, кулаком. Я твой волк бегает. Угу. А есть нормальный кулак? 10 минут просто кончится, типа, очень быстро. Кстати, как байка сложила у нас? Кого сложила? Штигнетабр. На каком боссе байк умер? На кислоте. На кислоте, да. Далеко от меня стоял. Да нет, там этот белый пидор откинулся к стенам. Ну, так, сейчас покажу я. Смотрите, допустим, этот вылазит фиксированно отсюда. Здорово, ты там по щитам танчишь, так? Потом ты его подводишь. Те, кто могут мультидотать, становитесь где-то вот здесь. А те, кто могут бить одного, левее. Это кому соски? Норд, это точно. Даже может вот здесь установитесь, те, кто могут мультидотать. Места будет больше. Здесь, я не знаю, сосредотачивайтесь. Есть какой-то радиус, кто знает, сколько...
радиус вот этой плевания. Конуса, что ли? Ну вот, кислотный плюет. Какой радиус у этой способности? 120 градусов. Не градусов, а это. Радиус, в котором он относительно его достает до нас с плевками. До каждого. Чтобы я хочу, чтобы один человек заморозился, а не несколько. А, ну, ты имеешь в виду... Ренжа 10 метров. Ну, ставьте 10, значит. Становитесь как-то так, вот, чтобы... Вот если я от тебя вот так стою, то я не за... Ну, в тебя кинется, в меня кинется, ты не заморозишься. А если вот так стою, то заморозишься. Значит, 10 пишите. То есть нам, вам нужно будет шашечками становиться примерно. То есть один ближе немного к боссу, второй вот так по диагонали. Добьем стать 12? Ладно. Это ты писал 12 вроде. Главное, чтобы мульти дотали. Все, я запустил. Аспект, фобус, не забывай аспект. Че, если сколько когда? На рёва ты имеешь в виду аспект? Да. Да, по поводу рёва, пытаетесь это нитротапками съебаться или еще чем-нибудь, если видите, что уже пиздец у вас бежит? СС, у тебя это, в сумке? Да, в сумке. А что это? Даже... На этом, на, лед... знает, на, кого выдавать. На ледяном рёве с разных двух сторон стоит, с противоположных от него хилы. Давай на меня тогда. На тебя? Блять, я поебал бой. Вот. Трай три ауры на какую-нибудь другую, ладно. Сейчас топот будет. Если на РДД, тогда это... Надо будет свечиться фобус. Почему, блядь, на меня второй раз? Собаку, пожалуйста. Избавьте выходить. Что стакается? А, сука, на меня. Бейте. А, мне сбил каст. Касты нахуй. Бля, меня без сдохнет, я не знаю почему. А, он умели стоит. Ты в огне. Да, он в огне стоял, его вывел, один хер сгорел. На ком? Не вижу. Докапал руки. Ничего, кливайте. Там доту может кинуть. Какой-нибудь одну. Далеко пьян. Отлично. Давай, Боб, макростыка. Даю тебе, Боб. Блять, опасно. Мне надо подходить. Наползаю. А когда босса убьем, и в комбо 10, если, если успеем выйти из комбата, то может будет поесть. Так. Ешьте, ешьте. Как по мультидотеров я сказал? Был. Сука, окей, КД. Кинулась дота. Ой, до хера в кого кинулась? Че блюет? Проблевал. ДК умирает, бля. Нет. Из-под морды уйдите. Уйдите от пота. Закопалась одна. Я замороженный стою. Бля. Мы почти убивали, пошел. Что, есть? Это там? Не та. На нем агра нету, аккуратней. Вышла та. Через 20 секунд масса уебает. Сначала лужа.
зыбку дал на рейд. А сетуешься на ком дота? За, можешь идти куда-нибудь немножко налево? Блять, ты нихуя быстрее ты. Быстрее уезжайте, быстрее уезжайте. Полностью далековато. Я не могу, на мне дот. Переключайтесь на другую. А уешка. Двоих. Нормально. Все, я легко. Все живые сейчас убьете. Только на гневе, ой, на реве уберите тотемы и петов на себя отзывайте. Да, да. Чтобы он не врезался столько. Все, дожили, это нам дальше легче. Так, в Мелизоне же нету никого, я мана вырез. Скоро будет плевок. Дал тебе истерию, бурсти. Ну, кстати. Лужа, милики, бегите. Немножко отъебу еще. Выше. Выходит. Добиваем его. 400 тысяч добить. Давайте. Пели. Все, сюда все. На поле вон. Все сюда. Два хила с разных сторон от него. Обязательно. Все сюда, ко мне. Вы в лужу только не отлетите. Перебегите к реву нахуй. Че вы дрочитесь там с той стороны? Я сказал, у этой стороны мы становимся. Я не перебегу туда сейчас так быстро, ты видишь? Быстрее захиливайтесь. Боёк. Ой, Борис, что? Перебегаем. Борис, ну. На Пава. Я Пауза. Же не могу телепортироваться, понимаешь? Я вижу. Все, простите. Рельсы байка, ДПС нужен. Все становимся в этой стороны. У щита. Альянс или Орды? Орды. Лед стоит? Да. Ну-ну. Да блять, чё я не могу? Хилы стоять должны не в одной группе. Мы не в одной стояли, блять. Так, на фобусе. Давай там это тапки, отпрыгивайте, хуигайте. Вот тут надо раньше будет держать, чтобы нас не заморозило. Рассредоточить? Хилы, рассредоточьтесь на две пати. Отдаю... Чтобы сесть возможность налево надо? Сесть возможность налево? Тоже даем. Забери морозную ауру. Она у меня и была. Не было у тебя ее, она была у меня. Дал не зип, дал не зип. Пиздобол я, пиздобол, извините. Байка не урони. Ну ёбаный. Кашка, сидите разок. Да. Нет. Далеко был, блядь. Сейчас не надо было мастера выдавать. Надо было на дыхание. На мне. А что такое замедление, блядь? До берцы минута. Кто сейчас мастера выдавал? Я ведь. Никто не отдавал. А я отдал на огонь, блядь. Это было не сейчас, это было до этого. Хилы уже стоят? Через 40 секунд. Экзекютка, нормально. У кого-то вот, с вас есть да. Бабл паладины? Да. Что... Сейчас он откинет и прибежит, врежется и будет берса. Ну, в принципе, должны добить. Пол лямочек осталось. За. Ну, кота в кота и убежал. И Фобос. Все, убили. ГЦ поранялся. Ну, ДПСа хватает, тут проходной ДПС. Это из-за того, что мы сейчас по-другому дотали. Ну и говно упало, блядь. Хотя... Чай неплохая на хантах. Да и остров бис. Потыкаю. Не учитывая остров. ДДшку шмот потыкаю. Если чё, кому отдал. Ну он, не знаю, может вон, да, за на этого накомнить, на офспека, на медведя. Надо было метки расставить на червях. Такие. Чё за метки? Ну, чтобы и радиус был. То есть сейчас много людей поймало. Стан. Так бы у нас еще больше бы ДПС было. Ты про что, про зеленую хуйню, что ли? Да. Че, ждем 5 минут отката этого? Да, лучше подождем. Да, я конечно. Бегаю часть я наведу. Поставь стол, просто фейс. Надо подумать, чтобы поставить... Хотя тут верного решения нет, пусть все, потому что в рандом накидает стан. Фейс, я пошел чай.
Ну чё, вы где там? Мы первого босса пока вайпаемся. Вы убили первого босса. Нет еще. Не, я... И маг умер. А, вы бьете? А залей Инер в шамана. Угу. Шаман вышел. Не вышел. У нас опять хилы мертвые. Ну шаман тут с пугов, да? Да, тут все. А помнишь тот, который... А тут у нас и Гудлик в огне сгорает. Гудлик нуб. А, где помню, я, блядь, сгораю в огне? В смысле, кто в прошлый раз умер? Блядь, я вышел с огня, в меня еще один огонь прилетел. А ты смотри, там, короче, Гудлик, у тебя показывают тени? У тебя комп. Мне показывают, когда оно летит меня. Ну вот комп нормальный у тебя? Там, я вижу, когда... Там вот такая тень есть, и вот если будешь обращать внимание, там типа, если одна точка летит к тебе, значит одна хуйня, а она бывает, что быстро одна и вторая летит, значит две хуйни. Ну типа с пула он по две кидает, раза два, наверное, или три. Нет, он в меня кинул, я выхожу, ну бля, два тика стоит, я выхожу, тебе... меня еще раз прилетает еще. Я тебе объясняю, что не, ты смотришь... Ой, не на он не понимает. Не, да, смотри, не на лужу ты смотришь, а смотри, там есть такое вот затененное место в комнате, а есть, как будто свет падает, там луна или что там вот с ледяной короной светит. И ты смотри на вот это освещенное место и стой на нем. И от босса будет лететь точка к тебе. И вот эта точка — это бомба. Она, то есть свет падает на эту бомбу и отражается тень на полу. И ты именно на бомбу смотри. Если ты видишь, точка летит к тебе, похуй, даже если не к тебе, просто побегай в сторону. И ты начнешь поднимать. Подожди. Тебе ну, в принципе, когда он кидает, видно, что он кидает какую-то херобору, блин, бомбу. Ты заранее беги, стаки вообще не лови. Кот, питомец есть? Мне эти деревья не нравятся вообще. Посмотри, как оно выглядит ужасно. Я что, ебу? Я тут, блядь, ни разу в жизни не был. Посмотри на пол, посмотри на пол. Ты начнешь отбегать нормально. В смысле, блядь, ты здесь не раньше, что я не был. Мы в 25-ке это то же самое делали. Ну, я имею в виду вообще только кроме вот этого. Да, да, давай, слушай, ну не отмазывайся, просто не дохни, блядь, смотри под ноги. Огонь есть и вышел, к боссу не подходи. У меня две лужи, хуя. Он с ног сбивает, боссу не подходите. Я запустил его. Короче, мы убили со второго трая этих чудовищ. На выходе 53 ДПС. В рейде лог 9400. ШП 8700, МАК 7200, ХАНТ 7200. ДК-ш... Ты в ВВК-шку пошел? Ну да, я ж говорю. Угу. ДК 6300 что-то, и Шаман 6300 и Ретрик 5. Ну нормально у вас ДПС. Ходной. Да. Ага, ну все, позже зайду еще. Гудлик, все, может нормально играть, полюшка ушел. Я словно лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым языком. Вы знали, что я в смешном бреду, развращенным, звук событий. Стало и мучаюсь, что не пойму, куда не пойдет на срок событий. Письмо из этого. Сможешь, Наташа. Я хочу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Но кто из нас на палубе на той не падал, не блевал и не ругался? Тот, блядь, дальше не подожди. Браво, давай, браво, давай. Маэстро, браво. Давай Высоцкого. Дождите, я его замучу в Дискорде, можно будет... Чё, давайте... КД прошло. Две минуты до БР. Да похуй. 2:30. Такой сильный. Кстати, насчет БР, да, на БР похуй, потому что первые выходят эти госпожи, их один хер будет танк держать. Тебе приз надо в пати? Или можно кикнуть? Ну, это тофнутый, который. Это он. И вынесите пета, вынесите пета, у кого там нету пета в этом хилботе. А, сейчас, я сейчас. Подожди. Паша, забафуй моего бесика. Тут, короче, это... Я курю, подожди, ладно. Тут такая хуйня. Я не помню. Мы, по-моему, водили босса к этой хуйне. Ну там что у нас? У нас милики кто? ДКшник. Это Фрост или что это? Это Анхолик. Ага.
и Ретрик. Но я думаю, в принципе, им труда не составит пробежать в портал потыкать. И вам тоже свечу. А сколько хп у него будет, не знаешь? Ой, мало там, блядь. Около 300 должно быть. 200-300, ну мало, там он быстро сносится. Но фишка в том, что он появился, его надо снести. Потому что с него бесконечно идти. Ну это вы знаете, что бабы бесконечно будут идти. Типа если долго будете забивать... Бабы, они там станят, я не помню, что они, еще делают. Они какой-то то ли каст сбивают, то ли еще какую-то парашу вешают. Ну, где-то можно посчитать. Ну, они, блядь, нежелательно, чтобы третья вышла. Типа две, ладно, еще хуй с ним. Но у нас тут не кливерский рейд. Вара нету с 12к ДПС. Ты про кого? Парни, парни, с этим. Объясните, мне, что... У тебя оба милика кливеры. Ну, кливеры, блядь. Тут же еще какой-то дебаф, черная метка какая-то падает, что типа нельзя кастовать что-то, да? Не знаю. Какой-то поцелуй или что-то такое. Ну вот, я скинул ее. Да, 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 вот эта хуйня. Вот это пидерсия. А разве их не... А, школа нельзя... 8 секунд это просто... Как ну, Вуду... Как Вуду поставить, чтобы петов вернуть? Петы. Апа. Да забей хуй нахуй тебе эти петы, блядь. Я вот чисто так понимаю. Вспомнить, эти госпожи у нас в героике, их можно напугать? Да хули толку. Ну ты тут так не задпсишь. Это... Они будут два или три раза вызываться. Хули ты как? Откуда ты феров столько возьмешь? Кстати, у нас феров рыцарь упал или нет? Нет. Так нет, они нет. Только 25-ки, по-моему. Нет, Паша, нет, здесь тоже говорят. Все нашел. Не, способность опасная, вот это вот. Через нет, броню. Просто если их будет пару штук, одну, чтобы угнать, чтобы не било лишний раз, а другую запинать, если такое случится. Ну не знаю, попробуй верни. СС надо на кого-то ебануть сразу, на Дза, наверное, скорее всего, самый ну, да. Перспективный. Да у него 27к. Да. Ну да, Дза, да, он бегает по рейду, и так он не должен погибнуть ни от чего, в принципе. У Байка даже меньше, чем у меня. Вообще тут рейд. Рейдра... А, да, афните байка. Это я ему передал. Перескок, по-моему. А рыба есть? Метров 20, по-моему, перескакивает. Оставит только. Цепуха рыб. Ваш весом его забафы. Fire Aura. Байок, есть рыба у тебя? Веса. Я беру тогда глаз. Кулак обновите тоже питомцу. 30 минут был, по. 10 минут. Все, Байрет откатился. Паша, беса бафни мой. Да блядь, он не бафается. Я... А ты на него наведи и бафни. Не хочу это. Или ты мета бафаешь? Да, я думал, что он сразу. Все. Нет, не сразу. Это не мой ассист. Моего, не, а не Фобоса. Да, блядь, а почему он не высвечивается отдельным окном? Возьми мой ассист. Тут это стаки надо помогать снимать, типа не один матч. Да, команда, шаман будет пиздить. Нас. Кому-то пристабав дать? А, есть. Пристабав. Рыба стоит, если надо. И вулкан тоже. Это баб, ладно, еще все приоритет низкий бить. Типа они до следующего портала закливаются. А вот с вулкана, когда вылезут, вулкан зальете. Мобов с вулкана надо быстро слить, потому что они начинают кусты. Чем они там сбиваются, я не помню. Вихрем сбиваются, тайфуном сбиваются. Если у Элема есть откидывалка, вроде как можно каст вулкана сбить. То есть не вулкана, а голема, который АОЕ дает. Даже надо будет на первый тик инфернал, когда получите, тогда он будет мастера выдать на огонь. Они, кстати, уже банятся, теряются. И каплю, наверное, или... Ну что, рейдовые... Сейф. Я дам Т4. Скажешь. Этот, я дам, скажу. А у Хэпала есть массакра? Нет, у него только ма. Блять. А, нет, говорю, у Ретрика? Не, у тебя. Ретрик, в Ретрике массакра. Да. Я вообще не про хэпал, вы мне должны объяснить, если что я не про. Ладно, блядь, будем на Т4 надеяться. Ну, на священная жертва. Давайте, что там, блядь? Есть. Это должно быть у тебя. Пулять, может, будем, блядь, дрочим долго, блядь, пиздец, время не дохуя. Да. Говаривать надо просто до пула, чем во время. Ну вы же десятку знаете, тут только что портал и вулкан бить, блядь. ДПС больше у босса и урона больше, блядь. Так, все. Хилы на противоположные эти станете. Че, у вас вашки на этот, на эти есть? На пуш, это с босса. Есть. Боек у тебя есть? Ну, бойка уже. Тотем, есть. В тотем в центре. Тотем в центре. Не забудь щит танка дать. Я даю.
Я тогда в тебя там. Там этот ДК-шник, посматривай, сбивка стана боссе. Я бывает, если бабы выйдут, буду ЛПшки в них давать, чтобы ты подстраховывал. Ну я типа смотрю на босса, когда мне их делать, я сбиваю. Кого масса кончилась обновить? А чё они придумали, блять, масло на танка, нахуй? Мне бы на ХП, блять, заебись было бы. Да, бы, кстати, тоже вот у меня танка, думал, сука, нету. Чё за хуйня? Было бы такое масло, которое отхиливает как при атаке. Было бы тоже. Написали бы, нахуй, на форум, чё за хуйня, в VIP-раздел там напишите, блять, хули на танка нет, нихуя масла, блять. Так давайте соберёмся, там пишем после рейда. Грудак, грудак, масло. Так же, да, когда руки поднимают, потом все это говно начинается. Да. А реплики? Ты, у тебя звуки выключены? Есть, есть. Ну так слушай, ничтожный гном, твоя погуби... тебя погубит твоя самоуверенность. Твоя гордыня. Ну, последние слова его. И неправильно ДБМ. Хотя... Пейте. АБЛ когда будет? На вулкан нормально. Наоборот, на вулкан на два. Портал, да? Портал, портал. Портал, все, быстрее, быстрее. Забери госпожу с меня. Теряется. Okay. Мне надо клип. Стаки. Стаки. Нихуя. Я не успел ничего сделать. А, один взял. На мне метка. Нормально, блять, не. Мы госпожу не трогаем, да, раньше? Кто все это? Оху, пускай. Идем на надо. Ферните. Да вы не заклеивайте уже. Она там мешать будет. Сейчас так и будет одна секунда. Готовьтесь. Вулкан. Свич, свич. Вулкан, вулкан. 300к, 400. Хожу от этого хуя. Мастера дал внизу. Дал внизу. Хорошо. Инфернал ближайший убить. Давайте кастом. Глыбу жми, глыбу жми. Не сдохни, глаз. Блять. Ничего, ничего, резним. Сейчас зальем. Залейте его. Огонь отдал, огонь отдал. Не восприимчивая ни к этому. Захилите мага. К нежити. Вулкан. Там нежити надо было. Пауза. Он на демонах работает. Все, нормально. Okay. 2 секунды. До стака. Кстати, на локовский бан не работает эта хуйня. Все, бафы помогают там. Я подъезд. Побежал. Ближе к стеночке, я думаю, надо. Надо добить эту курицу, но. Может там. На ты, на тот эти. Вулкан свеч. Портал. Вулкан, портал, портал. Давай мастера. За него стоять можно? Нет, мастера не надо. Да? Меня бьет курица. Сдал тебя. На пулю сейчас ее. Давайте фуловую каст, контроля. Два миллиона на меня еще раз. Отошел бы ты ко мне, Ивал. Так. Так. Че, больше? ЛОХПшно добили? Да. Да, ЛОХПшно добили. До издержения 30, незыбка 40. За типа бани нормально. Не пугал. Страхующий комп там пинанс даже в шипешке. Неплохо будет. Ветер... Сейчас появится скоро этот вулкан. На секунду. Контроль. Погнали. Эти стаки. Так, все войско там. Аура есть? Мастерова? Нет. Сдавай, сдавай. Бьем ферналов. Этот, стан. По этим, поможете? Можешь мне отдать огонь?
стан нежити дали? Вот пидорас, я побежал. Блять, вот мека сбил эту хуйня, ебаная. Убери окончик. Блин, финалов. Нормально живем. 2 секунды стаки. Вот сейчас меня... добиваем его. Вот у меня стаки его. Аддон не показывает. Я что за аддон ДБМ? Викаурус. Викаурус? Это что? Они... Это аналог ДБМ? Нет. Викаурус это... Сверху упало. Да, это ТЛМВ, она и что это такое? Аналог его. Только лучше. Давно упал. Но он все показывает, все билки боссов, типа. Викаурус это ТЛМВН, Power Aurus, вот такие вот аналоги. Ты можешь отслеживать что угодно для него, через него. Но он тебе получается. Но... Это не ДБМ. Не, я понял. Он тебе как вот инфу подает? Ты типа. Он в нем вбито способности КД вот этого. Не, сам все делаешь, все сам делаешь. Ты его настраиваешь и на какой-то спел. Ты делаешь специально какую-то штуку, и он тебе, когда эта штука только начинается, выводит на экран, что тебе надо делать. Ага. Но что работает. Надо делать? А ее просто выводит. И там типа КД надо прописывать, да? Все хоть. Все, что ты есть хочешь. Готовые. Но можно и самому делать. Ага. Это что, ждем Геру, да? А сказки у меня нет. Сейчас, поскидываем баф. Сколько КД у вас? Сейчас чемпы же, да, у нас? У меня 2 минуты. Ну, БР тут точно надо, блять, потому что хуй знает, что будет. Где-то же БД. Вот время БР. А, кстати, вызови сразу же чемпов, хоть посмотреть, кто там будет, подготовимся. Соберешь 300? Да. Котлик вышел. Котлик под боссом. Али, ты под боссом. Сори. Захилил Гудлика. Ну, Гудлик, не обижайся. А, Паладин, дай в меня боб сейчас. ДКшечку. Он край. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Один, есть поп? Есть поп? Я молодец. 4, 3, 2, 1. Слаганул. А Гера будет? Гера, да, Гера надо. Гудлика заморозила. Сморожу себя, стойте бить. На Исполина кинула. Я это... Наверное. Да, чуть двух сразу же танков не уронили. Ну все, там мы начинаем ронять. Падали люди. Не, тех Пала надо искать. Че здесь? Тяжко, да? Ну да. А тут помнишь, Донт, помнишь, там Эршам был Ханкуль, который. Этот Эршам лучше его или хуже? Какой Ханкуль? Я не помню. Ну, который, помнишь, ты сказал, тебе не нравится, когда мы вайпнулись. Он это в луже умер с пула. А, ну тот лучше был. Тот лучше, чем этот даже, нихуя. Так не, ну он как бы это... Сначала вроде бы что-то откосячил, а потом исправился. Ну а второй хил Эрдру, да? Ну да, тут Эрдру. Ну 5.8, 4.2. У нас, короче, хпал... Ну типа хпс пофигу, когда рейд умирает. У нас, короче, хпс уже не важен. У нас хпал, короче, в обоссанном шмоте в 919-м. И без чарок. Ну с камнями на 20 инты, конечно. Идза, хил, конечно, друг очень мощный. Ладно, давайте, я буду просто прожиматься под все подряд. Я привык не прожиматься. Только под страшные штуки прожимаемся. В принципе, ДКшник может
уйти подальше, там, грипнуть, оковы кидать. Так, что вы? Чё прикол. Вы так... прикол в том, что кастеры далеко стоят, нужно подгрипнуть. Ну... Я не буду убегать. Ну, смотрите, как можно сделать. Вы стоите, допустим, под тем щитом, да? Я вот куда-то сюда, допустим, отсюда бегу и грипну, допустим, того, кого вам надо. А ДКшник грипнет его... Они вот за... на нас и побегут. Они не побегут. И таунта нет. Они не таунтятся. Они не побегут на вас. Вы просто стойте. Вот они там стоят, да? Противоположная сторона, максимальный рейндж, это вот здесь вот. Здесь. Просто тут стоите. Они хуй к вам, когда побегут. И я, получается, побегу отсюда, от ворот, и грипну того пидора, который вам нужен. Ну, сначала с пулей их, они побегут на меня. Грипну того пидора, который вам нужен. Кто вам нужен? Первого, кого вы видите? Войт, а нахуя? Ты можешь, блядь, забирать сразу же милика, которого ты там будешь, блядь, катать, блядь, на карусели. По идее, вот, я смотрю, он ближе к нам стоит, паладин, да? Он хил, но, или, но, блядь? Бельнор ретрик. Ретрик. Ну вот, вот, Бельнора забираешь, вот тут же под этим щитом его танчишь, блядь. Я грипаю, блядь, череп туда к нам в рейд, мы его я видим тебе возле ворот. Я тебе смысл почему объясняю. Потому что нужен грип, чтобы двумя грипами сделать это расстояние, которое эти два грипа занимают, такое да. расстояние, чтобы эти пидоры и все остальные не побежали на рейд. Они не побегут. Смотри, они... проблема в чем? Они, у них фокус по броне и ХП. Чем меньше в броне ХП, тем и больше по метит. Расстоянию, и по расстоянию. Да, там расстояние тоже работает. То есть, если, например, мы будем стоять условно вот здесь вот, а Войд их пульнет, они на нас вообще не побегут никогда. Да, встаньте там, нахуй, вот, ну, давай. Значит, как мы будем делать? Вот ваша звезда, вы тут стоите, это ваш спот. Это прямо противоположно, ну, это самая дальняя точка. Вот этот, я отсюда начинаю с ворот, это по-любому. А, нет, ты через центр. Да, фишка в том, что когда я через центр начну, они будут к стороне, к центру идти двигаться. А если здесь начну, они... Смотри, смотри, как ты сделаешь. Ты грипнешь и побежишь сразу к тем железным воротам. Да, я грипну и побегу. Ну, вообще, я по сути бегу к ним, ну, грипну. Ворота, которые возле креста. Он грипнет, побежит, а я догрипаю. Да, иди сюда, иди сюда. Да, я понял, что он имеет в виду. А зачем же ему сюда идти? Он от меня... Говорит, мы вдвоем сделаем паровозик, блядь, мы перегрипаем. Паровозик, да. И это я не про это, вы сюда его закрепите, а мы должны стоять везде. Так мы он просто приведет, не он приведет. Он этот пидор... Каст, ты хочешь кастера привести? А, кого вы хотите который бить? Убегает. Кого вы хотите бить? А что, не видно по меткам? Поэтому вы с центра. Дайте слово, блядь, дайте слово. Смотрите, вот мы сюда загрипали, блядь, он там отбегает туда... Они на него туда агрятся, блядь. И вы подбегаете вот сюда ко мне, вот, блядь. Да нам не надо подбегать, потому что они переагрятся, блядь. Мы должны стоять в звезде и отсюда вот даже ни шага не сделать, пока второй грип не подсунет к нам по центру РДДшника. Попробуйте. А в тот момент, вот, после первого гриппа, танк смещается сразу же, моментально, к воротам. То есть ты вот отсюда бежишь, грипнул и побежал сразу туда к ним. А этот моб... Вам... Отсюда моба сюда к звезде грипается. Вам всё. Выгоднее... Если мы к воротам подойдем, они к нам побегут. Да, да, это по-любому побегут. Этот, вам выгоднее всего рогу первым свищить, убивать. На лока похуй, он никого не шотнет. Ну, типа, ну да. Ну, у лока собака, который развивает косты. Да хуй на эту собаку. Покажи каст, который лок... Из-за которого лока и сливают. Ну, у вас есть байк, правильно? У него есть сбив коста, КД 6 секунд. Окей, лок фейр кидает, помимо АУЕ, который по 10 тысяч бьет. Два паладина диспел. Ретрик диспел. А, и шип маг. Диспел у пристава, паладина 2 диспела, по крайней мере. Это так не путь, работает в идеале, понимаешь? Если они в один момент это все будут делать, то... Ну да, залупа будет. Да, конечно, будет вайп, нахуй, но... Ну так чё, как делаем? Будем лока сливать первым. Хорошо, куда грипать его? В центр. Ну, то есть мы его как в футбол сыграем, мы сюда его запулим. Хорошо, мне держать, если вы лока будете, буду квадрат держать, да? Ну, меликов все. За всех меликов. Квадрат и пал. За всех. Нет, меликов он не сможет. Ну, типа, я буду на рогу ориентироваться, а остальных там, имейте в виду, Бельнор, Ретрик, то есть, если он побежит, то сами контролить. А нет, подожди, Байок,
Боев тогда звезду будешь в этом жабу кидать. У вас удачно, что друид Эрдру Лолоку законтролил, когда он подбежит. Ладно, давай чек еще посмотрим. Так, еще раз тогда пьем череп. А ты мы тоже в звезду поставить боев? Кто у нас? Сбитий кастов-то не так много. Кастеров не хватает. У меня есть один инстантовый этот, сбитий каста. Есть сало у ДКшников на 5 секунд, 2 штуки. Очень полезная хуйня. Угу. Упало в станы есть. А это, жабодав, ты свечку должен новой накидать. Обновлять ее. Ну, это... Этот, как его... частицу. А, ну тут частица на нем будет постоянно. Значит, боёк, ты звезду контролишь. Кстати, Войт, а тебя там не сложат они все? Да я хуй знаю. Ну, сложат, сложат, похуй. Еще раз начнем, блядь. Ну, типа, тут... Сбивать будет... Капуки у тебя бесплатные сбить? Нет, конечно. Какого Ну, в смысле, какого хуя нахуй мне пол ветки, блядь, фроста качать, блядь, в АДК, блядь? Вот в смысле, какого хуя? Для рейдов. А не для ПВП. Да забей хуй, будет, да? У тебя, это, сила рун, блядь. Горд дунешь, кровотвод и все, блядь. 4% силы. Тебе нахуй не нужны? Лечение урона дот. Тебе тоже нахуй не нужно? Давайте уже это, блядь. Так. Фейс, ты как самый такой мягкий, ты бы вообще бы стоял бы где-нибудь подальше. Я думаю просто. Мы еще не начинаем. Значит, будем... Я хуй знает, как мы это будем сбивать каст, если у нас полтора сбития каста, блядь. Да почему? У вас, блядь, шаман 6 секунд, когда я, блядь. Он и есть один, остальные 0.5. Ну, ханта есть глушающий, блядь. Который в макросе. Который в макросе, ага. Так вынеси из макроса. ОДК, который не бесплатно. У меня раз 20 секунд. У Эрдрушки есть вихрь, блядь. Который он будет контролить. Ну, представь, есть фир. У Лока есть фир. Ну, Лок, в принципе, Эрдру забирает. Эрдру вообще... Типа вам... Кому его кикать? Самула только, нахуй. Вам Самула только, нахуй. Кинуть вихрь, да один раз. Да я просикаю, похуй на тебе 20 сил урон. Меньше ЛПХ дам. Самула шам будет в жабе держать. Так жаба-то не бесконечная, 10 секунд и все, нахуй. Жаба кончилась. Сколько там диминишинг? Просто если лок и маг зафокусят одного челика, это минус сразу. Секунд 30 или 20, по-моему, диминишинг, я не помню. 20, да? Кто знает? 20, по-моему, или 21. Фобос, а ты будешь эту хуйню кидать, которая захил уменьшает? Че, че делать? Которая захил уменьшает. Окей, я КС буду шипать. Альфу, конечно. Ну все. Я кейс шипаю. Кто меня сменять будет? Паузер тогда стан. Кому стан? Когда я скажу. Стан кейсту будешь давать. Кристал, да? Хорошо. А этот же бодав будешь шами давать. И трапу надо будет лить. Я кому косты сбиваю? Цели. А тебе боёк, когда твоя выйдет метка, звезда. Ой, бля, ну чё, давай уже, блядь, лучше раздуплимся, блядь. Просто не хочу вайпаться. Лучше обговорить это заранее, чем вайпаться и... Тут, понимаешь, тут пвпшный момент. Тут очень реакция дохуя решает. Можно говорить? Я могу пвп-шмот надеть, который у меня в банке. Да уходи, уходи в звезду, уходи в звезду. Уходите. Ты в звезду, пожалуйста. Кинул частицу. Даже... Да. Чё за херня? Я бить не могу. Далеко. Угу. Я пока под низы. Скоро кончу. И став вторым. Кто за... Самулу стан дал. Кейст. Я в овце, здесь пельцы, пожалуйста.
Спасибо. Самого надо контролировать. Я зашипаю. Я ферну, ладно. 9 секунд. Двойка высекли. Блин. Бегай в них, съебывай. Стойте здесь, мы здесь пьем. Глыба. Узел в глыбе. Великий вред, пошли, давайте, вихри корни расчехляй, Где его сейчас бомбить? Дерево в этой хуйне. Сейчас сниму. Я уже ничем не помогу, блядь. Максимально к стене встаньте. Бип. Давай, кайте, мы тебе пидоры. Сука. Охуен, блядь. Самула лучше, Можешь... Давай, Самула. Далеко помогайте не идите. Помогайте контролем, помогайте. Макс рейндж. От кружка квадрата бегайте и давайте контроль, помогите. Охуенно, трап поставил. Каяние был. Сука, они все вместе собираются. Сбивайте каст. Беги. 14 секунд, трап. У меня сейчас 25 секунд мой. Сейчас я дерево ферну. А ты дерево забанить не можешь? Диминишинг. Я сейчас спал за шипом. Угу, ну там оковы нахуй. Но он замедлен. Ничего страшного. Жаба. От квадрата бегите. И от кружка бегите, пизды, да. Быстрее звезду заливай. Саллер Друда. Я его забанил. Все, убили. Next. Давайте кружок. Все. Рога, что там на нем висит? Он на меня, сука, этот кош свой. Этот. Могу дать Рогу стан. Бегайте от квадрата, бегайте. Он пизды вам даст. Не трогайте квадрат. Трапа разлей. Трапа, 2 секунды потом. Только какого не могу кать. Все нормально, убили. Блять, ну почему же он такой еблан? За мной Рога бегает. Бегите. Дерево стан. Переключился на мак. Бабл, 10 секунд. Не дам. Беги. Бабл. Или бабл. Дам Бельнару стан сейчас. Или не надо? Да давай, похуй. Да, у него очень много этих дот. Хилок. Давайте дерево. Дерево сливаем, да? То она и заебала. Помоги да, это от гриппа, типа от рейда. Отойди от грипп, не? ДК что. А то я только кого могу. Куда-нибудь в сторону. Сука, пиздит меня. Все нормально. Не, когда видишь, когда все знают, все свои кнопки жмут. Здесь пельца? Проблем нет. Ну, там еще такой прикол с расовой обилкой, с одним диспелом прошел. Кожа на нем. Уменьшен урон и... Кейт. Бронях. Бежаешь, конечно. Там корни осторожно. Может они дамажат. А может и нет. Да не хуйня. У него это, мелики убегать. Ой, я, смотри, кого бьёт. Смотрите, у него скорость атаки. Нашли. Там уголовного вагона нашего. Да, смотри, да, говно. Смотри, я ему могу там... Паша, спизди вот меня, блядь, он мне пизди. Я могу дать стан, надо. Кош. Не кастуйте. Ну-ка, да, он я понял. Да, вы ешь, когда ебашит. Лезет. Я не понимаю, на Уфе, по-моему, не было, что они не таунтились, нахуй. Лезет. Было? Да. Говно ебаное. Они тогда бегали. Еще одна. Зачастую. Говно или хорошая тренька? И боты хорошие. Какие боты хорошие, скрытого. Тренька неплохая для, по-моему, заклинателей. Было бы, но нет. Эта тренька вот топ, вот, по крайней мере, вот мне на шумане она зашла прям вообще пиздец. 800. Это... Боёк залета. 1040 дает. 1040 хосты дает. Чё, кто будет её тестить? Нужна она кому тренька? Или отказываюсь? Было бы такая герусская. На лево я бы не сказал, что там с хостом.
Ну чё вы с пацаны? Босс? Первый? Угу. Темпов убили. Сейчас, если может... Это... Если освобожусь, может, подойду. А что с ними? Он бывает скользит. Угу. Карл Джексон, блядь. Ну два, чё? Блядь. Ты видел какой-то за? Прием, ну чё, давайте запустим, что ли? Не, ну можно просто наверное. Блядь, я хуею, если мы 49 закроем, блядь. Дайте шмотку проверить. На Анубе мы будем, не это. Переоценивай. На Анубе там просто бегать, нахуй. Кнопочка АСВД, знаешь, такие. Да. Подожди. Ты в одного выдержишь? Я выдержу. Дело тут не в том. Дело в том, что мы когда танчили, у нас... Я, короче, протопалом был. Я ловил эти. Ну, получается, вот здесь, вот с этой стороны, вот где я бегаю сейчас, если нет, да? Так, это фиолетовые погибли света, звездочка тьмы. То есть светлая, звездочка темная, фиолетовая. А что я делаю, ребят? Вот тут, где кружок показывает, вот здесь я по этой линии бегал и типа ловил сферы противоположной сферы времени. Ты хочешь сейчас... А, конечно, со всех сторон. У тебя друид сейчас будет, да, делать вот это? Друид и хант. И хант, ага. Ну и все тогда, похуй. Но самое главное, что даже если хант... Хотя, будет... подожди, кому профитнее будет? Паузеру бить и фобусу? А нет, паузеру ловить и фобусу бить, либо наоборот. Чего? Как вы думаете, кому профитнее будет? Я думаю, у нас хватит ДПС без этого всего, чтобы бегало 3 человека. Не, лучше, конечно же, мне бегать и дамажить, и собирать, чем паузер будет просто бегать и не дамажить. Лучше, конечно, что я буду. Рейслин, тебе сферы надо? Сферы какие? Рыцари. Ты же выиграл. Ну, нужны. Тут, в принципе, ебать, ну они легкие. А, поек умирал, я бы еще поставил. Так ты, короче, хочешь два танка, да? Вот он в танке, то есть он будет тоже танчить бабу. Я просто сомневаюсь, сможешь ли ты нормально. Да, там, блядь, все дело в том, что надо дать время на ЛПшке. Там идет 6 ЛПшек. Да, обнови баф, пожалуйста. Ну, просто у нас было в обычке даже, что эта дура вторая просто убивала человека, который я вообще не убил. Я знаю, это она убивала не человека, а долбоеба, который, блядь, не знает, что такое дать время на агро. Ладно, Смотри, подожди, дай мне сказать. Она убивала человека, который вообще не бил ее. Да это какая-то хуйня, нахуй. Я не верю в такую хуйню. Ну я сколько танчил, блядь. У нас было такое, мы смотрели даже по урону Скади. У нас даже два танка такая хуйня была. У них два разных агролиста, но ХП, когда ты бьешь одну, отнимается у и той, и у другой. Здесь, ну, механика очень интересная, блядь, агронабора. Если я начинаю бить по ромбику, я набираю на ромбике дохуя агро, потому что у меня темная взята. А на звездочке я тоже агро набираю, но поменьше. Так, давай, значит, паузер назад. Фобос, а ты же будешь правильно погибли тьмы пиздить? Напуливать? Да, черный буду. Вроде бы правильно. Нет, ты с белой этой воронкой. Ну, с белой и черной пулю. Да, все правильно. Ну, я две на пулю, типа, я просто АОЕшка стрельну. Значит, тебе надо будет в звезду одну ЛПшку дать. Заряди, бери темную. С пула. Потому что ее, кроме тебя, не напуливает никто. Пауза, ты спекнулся? Да, кушаю, ману останавливаю. Следите за агро. Просто не бейте 10 ебаных секунд, и будет вам ебаное счастье, блядь. Нет, агро это агро, просто я на вторую не могу узнать агро. Не, лучше Бэлла ставить, наверное. Бэлла ставим на когда баф получим. Блядь, лучше на Анубу вообще ставить. Да там, блядь, еще баф кашем. Если ты не заметил, то мы каждого босса ждем Бэлла. Это такое. Ну что, давай. Какое? Ну, 100%. Ну, больше шансов. Темный. И, кстати, вот кто это, кто ловит, вы в курсе, да, что когда рейд меняет цвет, вы тоже меняете, типа. Угу. Я, в принципе, когда танком был, ловил эти сферы вообще, просто стоял, нихуя не делал, рейд убил все сам.
Блин, обидно, честно, мне. Все становимся сверху камеру, сверху вниз, смотрите, чтобы в одной точке вы стояли, не, а не сзади, блин, где-то. Черную на пулю. Все равно подведет, мы все равно встанем в мелизоны, давайте. Че там? Давай, отчет. Ага. Одну ЛПшку в звезду дашь. А смысл перепод, если все равно не бьешь с ним? Все, 80%. 80 есть у него. Войд ближе, подведи, милики не достают. Встаньте в мелизону. Встаньте. Не надо, вы сами можете подойти все вместе в мелизону. Фоба, смотришь на этот, на противоположный свет? Метку встаньте, в метку. У меня уже вижу. Я раскол нажал один раз. У меня только 26. Смена цвета. Звезду бейте. Дал мне запуск. Готово. Пошлите. Черный лисит фрейд. Все так же бьем. Фобос, нажимай защиту. Бел. Сейчас пойдет большой урон. Бел. Салю, Паша, я не могу пиздить. Да. Ну да, стоп, не покури. И так убью. Все, слили. Баф. Блять, опять, сука, бро. Не бей. Да я не бью, стою. Темный. Тем, бейте. Бейте фиолетовый. Дал мне зыбку на всякий случай. Ебать, меня просто заходил. Бэр? Ставлю, смотрите. Смотрите, не ловите белое. В метку все. Зад один. Вы ее и хильте. Паузер-то не переключился. Договор. У тебя светло стоит. Сбивайте каст. Все. Паузер, ты бился светом. Свечение хм. Я поменял случайно во время боя. ГЦ. Меч. О, еще и мечик. ГЦ. Два сутки. Я вот не знаю, я бы потестил в любом. Подожди, что там у него хастер был? Стоп, сила, атака. А, гильный меч какой-то, блядь. А что такое? Да. Это на кого? На ханта поди, да? Скорость на ханта не очень. На фурика. Вот на ретрика вот я бы и взял. На ретрика я хуй знаю, блядь. Ну там стол. На ретрика можно, но он неплохой. Я с ним ходил, скажем так. Ну молот на ару лучше будет из-за дырки. Нет, ну, блядь. Чтобы я еще ретриком ходил бы в 25-ке, это было да бы вообще зависит. Слышишь, у тебя паузер берут, что ты. У этого на ару есть он. И так. Лучше будет. То есть шмотки с 25-ок обычных, они чуть-чуть лучше, чем с хаймки десятки. У меня молот на руна ДК. Я вот.